всем большущий, огромный привет! Вы снова на канале Мистер Кекс. Сегодня я готовлю нашумевший всем, я не знаю, не видел, не встречал еще человека, которому не нравится этот суп. А суп называется тамьян. Когда там в ресторане, там в кафе, когда предлагали, мы кушали этот суп, всегда думал, что его невозможно в домашних условиях приготовить. Да нет, уже частенько его готовлю, и вот наконец-то я решился приготовить его на канал. Так что, друзья, смотрим весь этот процесс, ингредиенты, какие будем использовать. Их очень сегодня много, вот, так что не буду говорить этот, а будем потихонечку в рецепте все буду рассказывать. Друзья, перед началом приготовления этого супа хочу поблагодарить всех своих телезрителей, всех подписчиков, кому нравится мое творчество, за то, что оставляете комментарии, всегда смотрите. Ну и, конечно, передать хочу привет всем вам и одному из моих самых главных телезрителей и зрителей. Это моему племяннику Мишаня. Тебе большущий огромный привет. Каждый раз просит передать привет. Наконец-то дядька решил тебе передать привет. Большущий тебе привет. Друзья, приступаем. Значит, перво-наперво начнем с бульона. Бульон я взял куриный, много вариантов, кто просто на бульоне из креветок там делает, то еще, но мне нравится на бульончике, который куриный. Вот он сейчас у нас закипает, подготавливается, а мы переходим к нашим продуктам. А продукты это будут перво-наперво вот такие вот. Заморачиваться не нужно в поиске, в магазинах больших, крупных гипермаркетах продаются вот такие наборы. Перчик чили, корень галанга, лист лайма и лемонграсс. Основные составляющие этого супа. Вот, если у вас их не будет, то можете не готовить его, даже не получится однозначно. А мы приступаем. Берем лемонграссик и начинаем подготавливать его. Подготовка заключается в том, что нужно отрезать вот это верхнюю чешую с него, снять аккуратненько. Ух, какой запах приятный. Также следующее. Все готово. И теперь вот мы нарезаем, прям наискосок вот так вот нарезаем, для того, чтобы лемонграсс отдал все свои эфирные масла. Вот прям вот так вот крупненько, мельчить не надо. Аромат какой стоит, а? Да, свойственный такой лемонграссу, нежный лимонный запах. Корень галанги нарезаем. И отправляем все в бульон. И листья лайма. Чтобы они отдали свой аромат, вот так вот поменять надо. И отправляем туда листочки. Ох, какой сразу аромат пошел, а? И закрываем. Варим 10-15 минут. А тем временем приступим дальше. Закидываем лучок. Лук используем синий обязательно. И вот так вот прям половиночку отправляем сюда. Потом мы ее выловим, да и все. Перчик чили. Вот так раз, и подлиннее его. И подлиннее его так и бросаем, прям с семенами, чтобы свою прелесть он отдал. А почему подлиннее? Чтобы в тарелочке было его видно, чтобы он целиком был виден. Кому не нравится, тот возьмет и вытащит его. Вот так. И отправляем все тоже в кастрюлю. Друзья, нужно смотреть, следить за тем, чтобы бульон немножечко кипел. Чуть-чуть совсем. Вот буквально там для этого мы убавляем газ. Следующие мы режем грибочки наши. Грибы используем, шампиньоны. Можно вешенку, у кого есть. Вот, то есть вот такими нарезаем его. Все, достаточно грибочков. Отправляем их в наш бульон. И добавляю немножечко газку.
И теперь мы приступаем к нашим соусам. Соус тоже должен быть обязательно. Это вот я использую томьян специально для супа. Томьян соус. Вот так вот мы его открываем. Вот такой соус. Он остренький. То, что нам и нужно. Потому что суп томьян, он и острый, и сладкий, и кислый должен быть. Мы его туда отправляем. Перемешаем все это. И следующий соус у нас будет устричный соус. Его наличие тоже обязательно, потому что он придает вкусность морепродуктов. Его мы добавим пару ложек. И добавляю соевый соус. А вот после добавления соуса, друзья, вот уже и получается почти тот вкус, который должен быть в супе. Я аж попробую. Да. Но немножко остроты не хватает, так что будем немножко перца еще добавлять. Приступаем к чесночку. Чесночочек мелко так порежем. Делаем так вот помельче. Помельче нужно сделать его. И отправляем покамесь еще в наш бульон. Еще не суп. Следующим составляющим является лайм. Вот так вот. Ой, без косточек прям такой хороший попался. И вот так вот мы его туда прям выжимаем хорошо. И вторую половиночку. Добавочка — это сахар для усиления вкуса. Соль не добавляем, потому что все ингредиенты у нас то соленые, то еще какие-то. А вот сахарку надо. Вот буквально ложечку добавим сюда для раскрытия всего вкуса. Лучок я вытаскиваю. Уже достаточно, он отдал свое. Настало время добавить кокосовое молочко. Ох, какой цвет приятный становится, а? И приступаем, друзья, теперь вот к креветочкам. Креветок у меня достаточно, так что панцири я варить не буду. Кто добавляет панцири, варит и с него бульон делает. Ну, мы сегодня будем делать просто заднюю часть креветки. Вот так вот очищаем ее. И будем только использовать заднюю часть. Все, креветочки почищены, теперь нам нужно будет убрать вот эту вот кишочку. Вот так вот разрезаем и вычищаем. И нарезаем черри, помидорчики наши, вот так вот на 4 части. И завершающий этап приготовления супа том-яма, значит, мы закладываем сюда мидии наши. Креветки. И помидорчики черри. Теперь надо обязательно попробовать. Замечательный вкус. Отличный. Все, буквально 2 минуточки и будет готово. И настал тот момент, самый такой приятный для меня. Это оформление тарелочек. Обязательно
все продукты должны присутствовать здесь. Это и креветки, и мидии, и овощи. Ну и, конечно же, бульон. И обязательно перчик должен лежать вот так. И добавлю несколько веточек кинзочки, листиков. Вот так. Друзья, и вот настал тот моментик, когда я попробую этот замечательный, наивкуснейший суп. Для себя я делаю всегда его немножечко поострее, так что я добавлю сюда несколько колясиков перчика, вот так вот. И я люблю очень с рисом его, так что я добавляю всегда вот так вот прям рис сюда. Вот так. И вот теперь я его отведаю. Стоит ли что-нибудь говорить? Я думаю, не стоит. Все очень вкусно. Друзья, кому понравился этот рецепт, ну и мое видео, поставьте пальчик вверх. И не забудьте подписаться, тот, кто не подписался. Мне будет очень это приятно. До новых встреч. Пока.